О, одевай сразу. И брюки, и рубашка. Обновки получили около 40 человек, хотя их могло быть и больше, говорят бизнесмены. Они рассчитывали одеть всех фронтовиков. Их в Хакасии осталось 89. Однако социальные службы подали список всего на 30 человек. Сегодня за подарком пришли и те, кто случайно узнал об акции. Каждый получил рубашку, костюм или куртку на выбор. Организаторы рассказывают, что заранее спрашивали у ветеранов, какая именно одежда им нужна. Очень скромно, на самом деле очень скромно. Когда мы прочитали списки, мы подумали, что все-таки люди того времени, того поколения отличаются скромностью, да? Поэтому мы дополнительно вкладывали небольшие подарочки, рубашки мужчинам, всегда нужны в гардеробе, какие-то свитерочки.